Всем привет, ребят. Ну что, прошла у нас обнова, и у нас, как обычно, добавился рынок. Честно говоря, этот рынок совсем не радует. Но я все равно его забрал, как обычно, потому что надо было докачать некоторые скины, например, сердцеедки. Также у нас добавился скин Огника, который я вам уже показывал. Почти мы дособирали, уже 95 будет сумочек Огнекрыла, скоро тоже их пооткрываем. Ну и видите, у нас нету больших паков, у нас их почему-то убрали уже, это не первый раз такое. Ну если сравнивать вот этот рынок и, например, я вам сейчас покажу рынок на Китайке, который сегодня обновился, это небо и земля. Хоть и на Китае донат дороже, но плюшки-то намного круче, у меня там уже куча новых талантов. На героях на складе полно. Вот смотрите, сейчас вам покажу. Вот вам рынок. Это такой же, ну это как наш большой пак. 10 смен, шестые сундуки, исцеление и новый талантик. Ну ладно, если это нет, вот ниже сразу продают четвертые эмблемки по 3 штуки, сундучки 10к кулаков и опять же мешочки с огником, вот питомца продают. В общем, даже плюшки продают уже, чтобы не заморачиваться для особо ленивых. Вот такой вот большой пак. Поэтому у нас, как обычно, все печально, ребят. Так, окей, поехали на мой аккаунт. Будем сейчас что-то открывать, трешевать. Все как обычно. Вторая сторона. Не знаю, доната это, наверное, нельзя так называть, на китайке, да, донат. Ну вот такие вот, ребят, плюшки с рынка, там еще в сундуке. Ну, честно говоря, печально, очень-очень печально. Так, что у нас есть сегодня по акциям? Поехали, акции, большая выхода, сейчас отсюда заберем. Тут тоже, по-моему, питомцев дают. Так, да, дают сумки. Так, тут собрали еще один сетик. Ну, хоть это радует. Махатма, нифига себе, вот это так подгон. Какая там она уже по счету. Ну все, так, поехали. А, что у нас еще интересно? Есть награда, большая выгода, рубашка вверх, и пойдем уже открывать плюшки, смотреть, что там же. Нам все-таки упадет. Так, и надо не забыть огника открыть. Так, 43 попыточки. Как у нас все долго. На английском нажал и сразу же побежал дальше. Так, а что у нас тут сегодня падает вообще? Бигфут, Асура, Огнекрыл. Ну, давайте огника вытащим отсюда. Укротителя уже получили. Ну, молотки хоть падают, можно будет здание прокачать. Блин, охота уже на новом компе постримить. Я все никак карту видеозахвата. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментах по поводу. Ну, опять же, только конкретно напишите, а не там водичка. По поводу нормальных карт видеозахвата. Есть ли смысл заморачиваться или можно взять что-то среднее, потому что в Украине у нас реально с этим напряги. Очень мало нормальных карт видеозахвата. Точнее, их вообще нет. Что меня удивило, практически еще хуже, чем видеокарту достать. Заказывать откуда-то не хочется. Хочется просто делать рестриминг. Не хочу я забивать новый компьютер, с него сразу же стримить, а делать рестрим на этот, который есть. Ну и играться в хорошем качестве, в кавычках. Бегал я в GTA, играл там, не знаю, конечно, жестко всю NFS-ку играл, тоже неплохо. Так, ладно, ушли мы от темы Castle Clash, все нас ждет впереди, поэтому надо нормальную карту видеозахвата найти. Потому что не хочется брать что-то такое, чтобы оно резало картинку.
потому что я смотрел прохи, то, конечно, по прогам ничего хорошего, к сожалению, нет. Так, ну давайте уже быстрее, больше как тут медленно все. Реально какой-то затянутый сервер. Воу, Бигфут, нифига себе. Кстати, думаю еще сделать открытие карт. У нас их много, только надо придумать, какого рода конкурс придумать под это дело, потому что там свыше 1000 карт. Все-таки как-никак не посильно копил Влад Дракула. Хочется что-то интересное придумать. Возможно, сделать типа конкурс на угадай число. Угадай количество определенного вида героев. Либо двух там. И запустить, пока кто-то конкретно не угадает. Но опять же, это там будет куча флуда. Так, Афинка, коробка. Надо подумать над этим. Либо до определенного числа. Так, все, нет, еще одна попытка. И огнекрыло давайте мне. Угу. Дадут. Еще раз догонят и дадут. Так, расходники забрали. Неплохая награда, учитывая то, что у нас дали еще 200 сумочек. Окей. Так, поехали, будем открывать этот весь хлам. Так, кулаки можно и открыть. И, в принципе, у меня места вроде хватает. Так, скин на Огника давайте сразу же активируем. Отлично. И поехали сразу же на нем. Ужас в самом конце, бедолашка. Так, порочный пакт. Не сильно мы тут богатые на нашем русском сервере на новые таланты. Тык. Разброс пятый. Ну вообще огонь. Тык. Бег пятый. Ну однозначно надо ставить. Рулево ценит. Огнекрыло. Надо будет ему дать на тест. Огника с бегом. Так, бог войны. Просвещение. Ну просто супер. Таланты нам падают. Каменка. Один лучше другого. И бастион. Так. Вот, кстати, баст можно поставить сюда. И попробуем, думаю, потестим. Верну баст обратно, потому что я был его слил. Так, улучшить. И потестим еще, я думаю, с новым талантиком. Так. Все-таки мне он очень нравится. 537 тысяч. Такс. Окей, поехали дальше. Что у нас есть? Смотришь, блин, после английского и китайского какой-то бедный. Что у меня махатм так мало? Так, давайте откроем. Ну, так вот. 4 бигфута, ребят. 4 бигфута, это просто жесть. Вот это насыпало. Кому они только нужны. Так. Ничего себе, это каким образом у меня тут 22 карты таких оказалось. У черепа мы так и не увидели здесь. Так, что у нас там еще интересного? Это все нам надо. Вот уже 1150 карт. Правда, тут с них, как видите, падает. С этих, конечно, получше падает. Так, сундучки. Давайте откроем такие сундуки. Посмотрим, что упадет. Коробочка упала, еще одна коробочка. Ну, неплохо, смотрите, сколько коробок. Коробки. Так, карта, коробка. Ну, ничего так. Поехали дальше.
Давайте вторые открыть все. Ну, тут так себе. Что у нас тут еще такого интересного? Так, поехали в поисках новых талантов. Ожива. Ну, она нафиг не нужна, гнев. Не тот. Кстати, я открывал на ЮАСКе после обновы, там где-то 150 сундуков, я не заснял видос, но мне упало два новых талантика, я таких еще не выставил, один поставил, вам заснимал обзорчик, а второй еще таки стоит на смене, и думаю, кому ставить. Воронина там многие хотят, можно будет затестить. Так, не отвлекаемся, делаем топ-контент. Такс, специфическая карта. Вот Харит то, что оно вверх перескакивает. Гнев, исцеление. Вот это, блин, надоедает. Хоть бери, блин, по одному открывай. Так. Это четвертое неинтересно открывать. Так, что у нас тут? Ну, давайте еще пару расколов вытащим. Вот так вот талантик вытащили один, отлично. Смотрим, что у нас получилось. Но скины мне не нужны, рогатку достали. Раскол один достали. И рунки раскола, вот это то, что мне надо. Именно то для теста, конечно. Ну, если что, на английском будем делать тесты. Тут, может, будет тоже когда-то такое удовольствие. Так, эмблемки. Блин, я же говорю, бери вот так вот по одной, открывай. Чтоб не перескакивало наверх. Ну, такое себе. Я бы не сказал, что плохо, но и нехорошо. Так, эмблемки прайм. Ну, поехали открыть все. Семерка СО. Психощит. Вот так вот. Который раньше бешеных денег стоил. Ну и все остальное. Священный огонь. Так, отлично. Это новый сетик. Так, сундучки новые. Давайте новые сундучки. По одному открою, хочу посмотреть. Недавно их открывал. Так, 3. 15 карт. Ну такое, 150. Вот это вот самый кайф с этих сундуков. Красные кристаллы. Потому что у нас с этим, как обычно, печаль. Нас такое говнище загоняют. Ну, о, огонь просто. Просто от души. 450 сундуков, блин. Больше радуешься, чем какому-то донатному герою. Так, поехали, открываем. Питомцев. Надо будет его подкачать. Однозначно. Да, конечно, если сравнивать наш русский сервер и все остальные, то небо и земля. Хотя у нас играть интереснее, я вам скажу так. Ну, смотря где битва гильдии, мне на английском, например, нравится. Ну, еще 5 осталось. 5 сумочек их не крыло, и мы будем на коне. Так, вот так вот открываются яички. Конечно, тут 6 минут можно сидеть. Просто на это великолепное действие смотреть. Мы этого делать не будем сейчас. Так, что у нас еще осталось? Сумки огнекрыла вторые. Тоже надо будет это все открыть дело. В общем, как видите, вот так вот. Такие вот акции у нас. Так. Ничего интересного такого нет. К сожалению. Или к счастью, не знаю. Для кого как. Мне больше всего нравится то, что я только что нормально вытащил красных кристаллов, потому что я забил на фарм королевской. Ну еще психощитик 4-й, 2 баста. Почему бы и нет? Ну этих это будет очень долго открываться все. Я уже половину открыл, как видите, но опять же надоело.
Так, новый сетик. Вот новый талантик этот выживание рунками надо будет собирать однозначно. Так, есть. Есть, это пакты у меня сохранились. В общем, вот так вот, ребят. В принципе, все. Пишите комменты, подписывайтесь. Напишите то, о чем я просил в комментах, чтобы я подумал над этим. Все. Ждите следующий топ-контент. Ждем обнову. Я вам постараюсь допилить уже героев на 12-12 остальных. Ну и будем дальше трешивать прокачки английского аккаунта, потому что я немножко с обновой сбился. Ну, мы это все исправим. Все. Всем удачи. Всем пока.